Короче, всем привет, и я хотела снимать это видео для того, чтобы дать вам ответ на вопрос, почему Макино или Макито Фокс, я не помню точно, как ее. Короче, Макито Фокс, Макино Фокс, ну, вы уже поняли, почему она ее хейтит. Я не знаю, и я не дам вам ответ на этот вопрос, но скажу, но я не хотела изначально это снимать, но меня сейчас позабомбит, потому что я видела то, что кто-то сказал то, что она Макито Фокс хейтит Мику, потому что Мика своровала у нее стиль, и такой вопрос, и я вам сейчас дам, правда это или нет. Ответ нет, потому что мы можем смотреть. Я вам покажу дату регистрации канала. Как мы видим, у Мики 20 августа 2022 года регистрация. А у Макино 31 января 2023. И для тех людей, которые думают, что она сворвала, Мика такая плохая, сворвала у Макико Фокс... Это стиль, поэтому хейтит, но вы не правы. Вот идет под минус. И еще хотел добавить один заголовок. Короче, я хочу добавить то, что если бы даже это было бы правда, это не повод хейтить. Вот серьезно. Например, почему кто-то берет стиль, но его не хейтят. Внимание, у Мики взяли уже очень много людей, что я придумал, кстати, свой стиль, у меня есть отличие, могу показать в одном из видео, если попросите, то покажу, то такое, я уже не знаю, что добавлять, ну, и многие сделали, но Мика их не хейтит, Мика никого не хейтит. Она придумала свой стиль сама, сделала все сама, рисует сама, причем никого не хейтит. Причем она даже сама в одном из видео если и у меня либо оно не прогружается, либо оно удалил, но там написано, она говорила то, что она, ну как бы, когда она вам пыталась быть доброй все время, но не удавалось, и в итоге она сделала плохо Певи и Кико, поэтому они ее и хейтят. Что за плохо, я не знаю. Вот я сейчас пытаюсь посмотреть. И вот такие вот делишки. Кстати, сори за отсутствие. Мне, скорее всего, практически все лето не будет из-за инет, потому что я сегодня уезжаю к бабе Кале, на бабушке моей, на все оставшееся лето. Поэтому у меня видео не будут выходить, так как там нет инета, и видео не будут выходить. Ну, на этом все. А я пока что буду лежать, смотреть еще одну информацию. Возможно, уже когда я прилечу, то вот скорее всего, ну, либо же гости обратно приеду сюда в город, то скорее всего я выпущу видео, расскажу информацию, которую я добыла, можно даже так сказать. Ладно, на этом всем пока. Ну и до скорых встреч.